Сегодня в Казани обсуждают военную безопасность СНГ. В столице республики собрались начальники штабов вооруженных сил 8 стран-участниц. С утра в Парке Победы военные возложили цветы к вечному огню и приняли торжественный марш казанских курсантов. Казань примет 6 матчей чемпионата мира по футболу. Игры пройдут на стадионе «Казань-Арена». В столице республики ждут матчи группового этапа: Франция, Австралия, Иран, Испания, Польша, Колумбия, Южная Корея, Германия. В России желающие вступить в брак смогут подать заявление в ЗАГС за год до свадьбы. С такой инициативой выступило Министерство связи. Напомним, в настоящее время документы принимаются как минимум за месяц до свадьбы.